Ну что ж, уважаемые зрители, видеоанонс. В воскресенье в час дня по местному времени и, соответственно, в 8 часов по московскому времени у нас, у трех русскоязычных оружейных блогеров из США, будет попытка общего прямого эфира из места проживания Стаса и Борисыча. То есть Борисыч, Стас и я попытаемся встретиться и потрындеть напрямую час, отвечая на ваши вопросы. Так вот, как вы можете задать нам эти вопросы? Первый самый простой способ. Под этим видео оставляйте свои комментарии, голосуйте на вопросы, которые вам понравились. Соответственно, те вопросы, которые получат наибольшее количество плюсиков, будут в списке. Как вы понимаете, в тир мы никуда, скорее всего, там не поедем. Просто будем сидеть и с вами общаться. Общение произойдет с канала Стаса Плагова. Вот это тот самый канал, который вы видите перед собой. И у него здесь, скорее всего, появится запись о прямом эфире на то самое время. То есть это туда, куда будете все подсоединяться. На этом, в принципе, все. Вещь нереальная. Может быть, я даже видео покажусь. Может быть, а может быть нет, может быть спрячусь сзади. Не знаю еще, как там получится. Так что у нас это первая встреча. Стас с Борисовичем уже встречались, а я их вживую еще ни разу не видел. Просто так оказалось, что я проезжаю через Атланту на этих выходных по другим делам. Так что присоединяйтесь, спрашивайте. Желательно, конечно, вопросы эти задать заранее, чтобы могли к ним хоть как-то подготовиться. Так что все. Так, похожие анонсы должны выйти и у Стаса, и у Борисыча на их канале. Потому что это у нас общее мероприятие. Ждем вас всех там. Еще раз, это будет в 8 по московскому. И в час дня по EST, так называемому. Это Eastern Standard Time. То есть время Нью-Йорка. Час по нью-йоркскому, это 8 по московскому. Увидимся в прямом эфире. Или как минимум услышимся.